Долго же тебя не было. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины «Вероккьо». Это в церкви Санта-Кроче. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, Эцио. Я позабочусь о них.
откуда ты такой взялся? Я знаю. Браво! Покажи! Нужно уходить! Беги! 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 Нужно уходить! Я еще слишком молода! Вон он, что-то он не похож. Задаем жару. Мертвые не могут защищаться, верно? Гнусный пес. Бедняжка. Забавный капюшон. Да, да, еще да, один. Убийство. Туда, быстрее! Спаси нас, Боже. Почему стража бездействует? Он там! Не дайте ему уйти! Может, это монах? Правда, я ни разу не видел монаха в таком одеянии. Вон он! Молодец! Задай им жару! У него неплохой портной. Почему мне кажется, что это очень смешно? И не стыдно! Бручи! Это торговец? Что-то он... Я уже видел. Это опасный момент. Не дайте ему уйти! Безумие! Тут и пауза! Мне пора возвращаться! Это недалеко! Нет, прошу, не убивайте меня! На помощь! Он убийца! Зовите стражу! Я... Не трогайте меня! Недавно мне повезло, и я нашел новых поставщиков. Теперь я могу продавать товары еще дешевле! Я вообще не здешний! Я не знаю, что происходит! Отсюда выбраться!
Хочешь платить штраф? Убери! Доброй ночи!